В Новосибирской области будет создан кластер по производству микроэлектроники. Научно-технический комплекс объединит 4 компании. 3 из Новосибирска и 1 из Томска. Это Оксид, Восток и Новосибирский завод полупроводниковых приборов. На эти цели потребуется больше 3 миллиардов рублей. С созданием кластера в Сибири будут производить новейшие приборы в рамках импортозамещения, а заводы переведут на современное оборудование. Сегодня представители госкорпорации «Российская электроника» вместе с губернатором области обсудили план развития кластера на ближайшие 3 года. В советский период были большие научно-производственные объединения, которые доказали свою состоятельность на рынке. Поэтому мы переходим от времени, когда мы разъединялись, к времени, когда нужно собираться вместе. Поэтому в данном случае для Росэлектроники поддержка руководства в регионах – это очень важные моменты. Сегодня на совещании мы ее почувствовали, поэтому уверены в успехе. Кластер входит в программу реиндустриализации экономики Новосибирской области. Подробнее о создании новой научно-технической базы в регионе смотрите завтра в вечернем выпуске новостей.